В районном доме культуры в рамках единой краевой акции «Планета ресурсов» состоялась ярмарка вакансий учебных и рабочих мест для несовершеннолетних, молодежи, незанятого населения, а также граждан, прибывших из Украины. В ярмарке приняли участие 14 предприятий и организаций, которые предоставили около 100 вакантных рабочих мест. Посетители могли самостоятельно подобрать подходящую работу, воспользовавшись банком вакансий Центра занятости населения, а также получить консультации специалистов Центра занятости населения по вопросам законодательства, трудовых отношений и охраны труда. 17 учебных заведений представили большое количество рекламной информации. Буклеты, памятки, книжки, ширмы, информацию с условиями поступления в учебное заведение и о самом учебном заведении. В работе ярмарки принял участие мобильный центр занятости населения. Специалисты проводили компьютерное тестирование для учащихся выпускных и старших классов. Был организован подбор кадров на вакансии на объекты олимпийского наследия в городе Сочи. Ярмарку вакансий посетили 952 человека, в том числе учащиеся выпускных и старших классов 15 школ района. Примечательно, что сегодня ярмарка вакансий дает возможность подыскать себе работу гражданам Украины, которые находятся в Темрюцком районе в связи с военными действиями на Украине. Многие занимают активную жизненную позицию. Принимая гуманитарную помощь, стремятся и сами применить свои знания и умения и заработать средства для обеспечения своих близких. Подобное мероприятие – это эффективное средство ориентации молодежи на получение профессионального образования по профессиям в учебных заведениях с учетом потребностей рынка труда района и края. Цель ярмарки – оказание практической помощи учащимся выпускных классов в целенаправленном и осознанном выборе учебного заведения и профессии.